Встретил и принял гостей в Сочи Союз армян России. Руководитель турецкой делегации отметил общность происхождения и культурных традиций между армянами России и химшилами, проживающими в Турции. На протяжении нескольких веков мы живем отдельно. Наш язык, наши обычаи, казалось бы, исчезли, песни забыты, но мы доказали, что это не так. Мы узнали друг о друге и больше не хотим забывать, что нашими далекими предками были армяне. Хотим помнить. На встречу с представителями общины Хадик приехали гости из Ереванского университета и армянской общины Крыма. Поводом для доверительного разговора стала демонстрация фильма исследователя и неутомимого собирателя утраченных купиц фольклора и истории армянского народа Лусине Саакян. Лента называется «Амшен на перекрестке прошлого и настоящего». Речь в ней идет о корнях, живущих в пределах турецкого государства, представителей народности, имеющие явное сходство с армянами из Амшена. Это область бывшей Западной Армении. В многочисленных интервью жители сел и городов не собираются рассуждать о своем происхождении, а некоторые с ностальгией вспоминают слова, частушки, выражения, песни на своеобразном диалекте, которые очень хорошо понимают черноморские армяне. Показ прошел в Доме культуры Адлера. Мероприятие посетили десятки человек. Мы очень убеждены в том, что демонстрация этого фильма, оно имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения, что потомки наши, они последуют по этому пути, пути толерантности, уважения друг к другу, уважения других наций, веры другой национальности. Я думаю, что только таким путем мы можем подойти к вершине цивилизованной жизни. Я увидел как будто своего деда, прадеда, бабушку, прабабушку, понимаете? И мы так были похожи, вот эти слова, которые они произносили, как будто я это иногда во сне слышу. На следующий день гостей из Турции, Крыма и Еревана ждала поездка в Абхазию. Там проживает немало амшенских армян, и приезд гостей из исторической области – большое событие. Делегаты, в свою очередь, пригласили сочинских коллег в Турцию посетить места, откуда родом предки большинства амшенских армян, проживающих в нашем городе. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ».